Воспитание для малышей, а также их родителей. Всерьез взяться за социализацию семей новоселов в микрорайоне Финский планируют воспитатели детского сада номер 60 «Пчелка». Садик достаточно молодой, работает в микрорайоне всего 3 года. Со всех сторон «Пчелку» также окружают дома новостройки, чьи жители совсем недавно переехали в Щелково. Мало знакомы с городом, а также культурой и традициями Подмосковья, редко общаются с соседями. Это поправимо, считают сотрудники детсада. Они готовы сделать «Пчелку» социально-культурным центром микрорайона, чаще привлекая родителей к участию в патриотических, творческих и культурно-познавательных акциях совместно с их детьми. Проект презентовали в рамках общественных слушаний. Максимально способствовать социализации семей новоселов, их адаптации к новым условиям, формированию гражданственности и основ патриотизма посредством образовательных ресурсов детского сада. Сделать совместно с малышом сюрприз для мамы на 8 марта или разучить веселый танец, съездить на экскурсию или принять участие в субботнике, познакомиться с теми, кто живет совсем рядом и также желает лучшего будущего для своего ребенка. Новым проектом в детском саду планируют помочь семьям новоселам в социальной адаптации и преодолении гражданского негативизма. Сегодня действительно ваш детский сад, Елена Ивановна, является центром притяжения семей, которые селились здесь в новые дома, для того, чтобы они, по крайней мере, хоть познакомились на почве того, что детей уводят в ваш детский сад. Также в рамках проекта сентября в детском садике планируют запустить кружок «Техномир», в котором будут воспитывать ребят с задатками будущих инженеров. Родители с техническим образованием призывают активно включаться в работу. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».